Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Веловива», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрение. Хочу предоставить французскую горнолыжную маску «Джулбо». Это маска от торговой марки «Джулбо». Называется маска «Айсон». «Айсон», у которой цвет черный. «Айсон Нордик». То есть эта масочка имеет хорошую степень защиты, достаточно компактная, и самое основное, это недорогая маска для катания на горных лыжах или на сноуборде. Модель сама является унисекс, мальчик, девочка, все равно, кто купит эту маску, каждому она подойдет. Сама по себе маска комфортная, и самое основное в ней, это то, что она недорогая. Отсутствие высокой цены, это, скорее всего, не отсутствие высоких технологий, а просто упрощенность самой модели. Упрощенность модели заключается в том, что отсутствуют дополнительные силиконовые полосы на внутренней части резинки. Раз. Отсутствует двойной или тройной слой поролона на оправе. Это два. Это на самом деле все. Самое основное в маске что? Линза. Линза имеет степень хорошую защиты. Это 100% защита от ультрафиолета. Внутренняя часть линзы покрыта специальным покрытием для того, чтобы не запотевала маска, линза. Это антифоговое покрытие. Естественно, есть специальные отверстия, которые позволяют продуваться самой маске, чтобы у вас не запотевала маска. Это основное, что вам необходимо. И маска, естественно, из поликарбоната, для того, чтобы она не хрупкой была. Если какие-то будут попадания камушка, палки, что угодно, маска сдетонирует и отбросит в сторону это препятствие, эту преграду. И ваше лицо будет защищено. Самое основное в этой маске. Защита 100% от ультрафиолета. Она не потеет и она недорогая. Для того, чтобы купить хорошую маску, всегда надо пройти определенный период определенной маски. Вот с этой маски можно начинать. При покупке этой маски хочу сразу следующее сказать. У нее третья категория. Это нормальная стандартная категория, линза третьей категории. Это для того, чтобы кататься в Карпатах, в Татрах. Маска позволит надежно защищать глаза. И вы будете хорошо видеть в дневное время. Если пойдет снег, если будет туман, в этой маске будет удобно кататься. Линза третьей категории идеально подходит для катания в дневное время. Продается маска Айсон с чехольчиком. Удобно, комфортно. Взяли, положили без проблем. Если вас заинтересовала эта маска Айсон от торговой марки Джуба, вы всегда можете прийти в наш киевский спортивный магазин и попробовать ее померить, потрогать. Если вы хотите заказать ее по интернету, без проблем заказывайте. У нас бесплатная доставка. Если вас заинтересовало это видео, вы всегда можете оставить отзыв на сайте, оставить на YouTube-канале «Веловива». Как вы видите, маска сидит очень удобно, комфортно. Шлем хороший, Джулбо. Маска отличная, Джулбо. Покупаем, катаемся, все по феншую. У вас будет хорошая маска, у меня будет хорошее настроение. Мы друг с другом всегда будем дружить. Понравилось видео? Оставляйте отзывы. Хотите купить маску? Пишите, заказывайте. Постоянным клиентам у нас гарантированы скидки. Если вы придете в магазин и купите у нас эту маску, на следующие покупки, гарантирую, обязательно какие-то будут скидки, бонусы. Поэтому не стесняйтесь, приходите, звоните, пишите. Будем рады каждому постоянному, каждому клиенту. До скорых встреч!